большинства людей есть свои любимые питомцы, и зачастую это коты. Сегодня мы поговорим о самом огромном коте на нашей планете. Всем приятного просмотра! Этого гигантского кота нашли в Австралии. Им оказался 6-летний мейн-кун по кличке Амар. Длина кота составляет 120 сантиметров, а вес 14 килограмм. Хозяйка кота Стефи Хёрст утверждает, что ее питомец раньше был большим. В год вес Амара уже составлял 10 килограмм. Она также уверяет, что это не предел, и Амар еще продолжает расти. Обычно утро Амара начинается в 5 утра, после чего он ест немного сухого корма, бродит по дому, играет во дворе, спит где придется. На ужин он получает порцию сырой кенгурятины. Это единственное мясо, которое ему нравится. В мясе очень маленький процент жира, зато белок составляет 25%. Оно считается диетическим продуктом. Кроме того, не содержит вредных веществ, ничем не обрабатывается. Котик отличается своим норовистым характером и очень пушист. Его шерсть, как жалуется хозяйка, можно найти в доме повсюду. 14-килограммовый мейн-кун не помещается в кошачью переноску, поэтому для похода к ветеринару приходится использовать собачью. Многие люди поначалу думали, что хозяева отредактировали фото кота и сделали ему внушительные размеры. Проверив измерения, представители книги рекордов Гиннесса признали, что Амар является на данный момент самым длинным котом в мире, опередив предыдущего рекордсмена на 1 сантиметр. Коты породы мейн-кун отличаются большими размерами. Средний вес взрослого животного составляет 8-10 килограмм. Амар стал известен после того, как его фотографии появились в Инстаграме. Амар очень любит внимание и постоянно требует, чтобы его обнимали и гладили. А какой домашний питомец у вас? Напишите в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду признателен за ваши лайки и подписки. До новых встреч!